В России реализуют проект по обустройству новой крупнейшей автомагистрали М-12. Она соединит между собой города Эмиллионники, Москву, Самару, Тольятти, Нижний Новгород и Казань. Строительство трассы Москва-Казань откладывалось уже несколько лет. Такой масштабной стройки наша страна не видела со времен Второй мировой войны. Нужна ли России такая дорога и больше подробностей о ходе строительства читайте в новостях.